І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Бібер і Долік. Саме на цих двох кухар Путіна Пригожин лишає оборону Бахмута. Адже, за його словами, той відводить вагнерівців з міста. Ми виводимо підрозділення з Бахмута. Сьогодні, зараз 5 утра, 25 мая. До 1 июня основна частина перебазується в тилові лагеря. Передаємо позиції воєнним, боєкомплект, позиції. Чай, сухой паёк. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Все думают, каким образом ЧВК «Вагнер» действовала. Организация, управление, вооружение, подготовка. Влияло два фактора и два человека, которых мы оставляем военных. Подойдите ко мне, парни. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому, как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Хорошо. Все. Если что, они вместе с ними. Так-так, саме вони мають зупиняти українських військових, коли регулярні армії Росії стане важко. Десь затремтів Залужний і навіть ціле НАТО. До речі, пам'ятаєте, днями у Пригожина вийшло дуже велике інтерв'ю. Так ось, пропагандиста, який задавав атажку Вагнера запитання, Костю Долгова, звільнили з пропагандистського проєкту. Ребята, всем привет. Сегодня вечером должен быть очередной эфир стрим-шоу «Телега онлайн», но меня там не будет, потому что меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день. Вот вечером вышло интервью, на следующий день, на следующее утро мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются. И прямым текстом сказали, что это из-за того самого интервью. Этот кружочек наверняка сейчас удалят. Удалят те, кто меня уволил. А все подробности этой постыдной и мерзкой истории я расскажу на своем телеграм-канале «Говорит Долгов». Уже скоро. Всем пока, отчаиваться не надо. Щоб ви розуміли, Костя – колаборант з Харкова, який зрадив Україну ще у 2014 році. А ще Костя у себе в телеграмі тепер розповідає, цитую, «У Росії дякувати Богу і завдяки президенту існує свобода слова. Не думаю, що Владимир Владимирович зрадіє, дізнавшись, що ведучого звільнили за інтерв'ю з героєм Російської Федерації. Я голосував за президента і впевнений, що він принциповий противник будь-якого свавілля. Мене нема за що звільняти. Не плач, Костя. Скажи дякую, що поки не поруч з Татарським чи іншими пропагандистами. А тим часом пропагандист Соловйо пропонує не боятися апокаліптичних сценаріїв, адже на кону стоїть фізичне виживання громадян РФ. Пропагандист вважає, що необхідно застосувати ядерну зброю, інакше її застосують проти Росії. Гості у студії ж кажуть, що мріяли не про таке майбутнє, де немає доларів, літаків та комп'ютерів. Відсутність сучасних технологій, на їхню думку, не означає свободу та щастя. А що ви так боїтеся апокаліптичний сценарій? Як то неінтересно. Так сказати, у мене внуки є. Хочеться, як коли вони, так сказати, підростуть. І що? Ні, нічого. Вони нас хочуть уничтожити гораздо раніше. Я чому? Вони ж не хочуть. Я чому все время троллю? Вони нам пускати мінітмени. Вони нас другим путем хочуть уничтожити. Да ні, нам же треба розуміти. Ті ж ні на секунду не остановиться. Потому что как раз в логике западной цивилизации полное уничтожение варварских народов. И они же хотят нас уничтожить. Не случайно то, что они сейчас вывесили объявление, набираем арабов и всех прочих. Правильно. Потому что у нас свои не хотят. Я просто никак не могу достучаться до сознания нашего общества. Вопрос стоит о физическом уничтожении русского человека. Мы не нужны им ни в каком другом качестве, кроме мертвых. Поэтому нет никаких хороших русских. Мы сейчас строим мировой порядок. Ты предлагаешь его строить так, как строили после Первой и Второй мировой войны. 4-5 лет мясорубки. И после этого победители строят мировой порядок. Я предлагаю не 4-5 лет мясорубки, я предлагаю ядерный удар. Тогда не надо никаких 4-5 лет мясорубки. Так мы получим ответку. Да не получим мы никакой ответки. Ну, и они используют против нас ядерное оружие, только это будут видеть грязные ядерные бомбы, которые будут у Украины. И они это используют быстро. Да, они нам, кстати, приготовятся. Вы понимаете, вы хотите 100 танков отправить воевать против русских? Получите в ответ изделие. Одно дело продекларировать то, что у нас пока все получается, мы успешно отбиваемся, и мы не боимся. А тут, кстати говоря, страх-то не в том смысле, что кто-то накажет. А это, так сказать, такой вот страх, что не получится. Вот вроде как этот страх начинаем мы преодолевать. Знаете, нет долларов, нет боингов, а значит нет аэробасов. Нет интеля, нет ничего. Что, счастье, что ли?
Ну, в общем... Я просто хочу... Свободная независимость. Свободная независимость не пойдет, это да и счастье от этого не вот, следует. Либо идти по пути резкого сокращения потребностей. То есть такой путь возможен, но не интересен, потому что, как правило... Хотя, с другой стороны, когда там зону боевых действий видишь, хорошо понимаешь, с какой скоростью сокращается представление о том, что действительно необходимо. Ну, Владимир Владимирович, я, конечно, там... А беспилотники все равно нужны. Конечно. Если кто-то вам говорит, что он хочет вас убить, отнеситесь к этому максимально серьезно. Это не шутки. Поэтому я считаю, что мы должны действовать так, как умеем. Безжалостно и решительно. На этом все, увидимся завтра. Ось Ходаренок у студії пропагандистки Скабєєвої щось не дуже оптимістично налаштований. Той каже, аби росіяни, в тому числі вище керівництво, не ляпало язиком, адже по факту всі погрози просто пшик. У нас тут дуже багато, опять-таки, неумного хвастовства, которое, ну, до определенной степени и дезориентирует и нашу общественность, и вообще не стоит. Спортсмены перед соревнованиями не хвалятся. А когда у нас говорят «Хаймерс» – ерунда, «Леопард» – ерунда, «F-16» – снесем с лица земли. Нет, все за. Мы за такую постановку вопроса. Но последовательность должна быть немножко другая. Ты сначала снеси, а потом гордо хвастайся. Но не наоборот. Наоборот, это как-то неловко может получиться. Я надеюсь, что все-таки все получится так, как говорят вот эти безумные хвастуны. Но тем не менее, никогда не хвались, идучи на рать. Надо ко всему относиться очень серьезно. Хотя Путин сказал, что пощелкаем. И первую щелкнули. Я про Патриот. Да я думаю, и второй, и третий щелкнут. Но тем не менее, сначала, как говорится, щелкни, потом говори. А ще на Росії дивуються, чому всім росіянам досі не роздають зброю. Неправильно ми реагуємо на те, що произошло в Білгородській і може произойти в остальних губерніях. Сам підход неправильний, це підход оборонительний. Я не говорю там доверие или недоверие нашему населению, что я считаю довольно странным. Мы доверяем людям воевать, но не доверяем им владеть оружием. Это смешно. Мало этого, практика многомиллионных там, хранение оружия показывает, что, как правило, никакая бытовуха с зарегистрированным оружием не происходит. Там скорее ножами друг друга поубивают, а не зарегистрированным оружием. Да, только самострелов один сколько будет? Не так много, совсем не так много. Ну, слушай, есть же гигантский опыт. Но вот что важно создавать напряжение врагу на этой границе. Даже не напряжение, а идеально было бы отодвинуть, создать буферную зону вдоль границы на глубину 30 километров. Во время Афганистана. Ну, большая ошибка то, что мы вывели оттуда войска. Поэтому надо заходить, надо активно действовать разведывательными группами вглубь их территории. Надо, чтобы они понимали, что мы можем в любой момент вернуться под Харьков. Простое русское слово кошмарить. Конечно. Будь ласочка, ну роздайте їм зброю. Може, до когось нарешті таки дійде, що треба з нею йти на Кремль? О, якщо ви, не дай Боже, проживаєте на Росії, у вашому місті погані дороги, школи та лікарні, які давно потребують ремонту, а вчителі та лікарі мають маленьку зарплату, то ви не знаєте, хто? Євросоюз, який пограбував вас, росіяни. Так-так, це ж вам з телевізорів вон розказують. Новость пришла очень важная. Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка, представитель Еврокомиссии. Почему важна эта новость? 200 миллиардов евро, подчеркиваю, активов Центробанка. Да, то есть не яхты олигархов, там, я думаю, что народ, когда слышит наш, что где-то там дворец отобрали, яхту и так далее, он так ухмыляется. Понимает, что это все равно незаконные действия, но это деньги учителей, врачей, это деньги на дороги, на мосты, на новые школы. То есть Еврокомиссия только что отчиталась о том, что ограбила российский народ. Простой народ в любом населенном пункте нашей огромной страны. Это деньги Центробанка, которые были инвестированы, понимаем сейчас. Каждого украли по $1500 примерно. Ошибочно. Верили мы в рыночную экономику когда-то, но ее нет. Еще раз подчеркиваю, это деньги каждого, вот это ключевое... каждого налогоплательщика. А не олигархов, не богатеев, не правительства. Точно. Это точно. Деньги русского, российского народа, которые были европейцами украдены. Ми вернемося. А ще знаєте, як там на Росії вирішили хоч якусь переможеньку своєму народу подати? Он Держдума РФ, наприклад, дозволила штрафувати на мільйон усіх, хто використовує географічні карти без нових російських територій. Так-так, це про тимчасово окуповані території України. Крим, частини Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Це там називають захистом територіальної цілісності РФ. Скажите результат. Принимается в третьем чтении единогласно. Спасибо. Ну, бо тільки ж так і можуть, адже на фронті Второї армії міра повна, самі знаєте що. Ой, подивіться, як поводяться русські в Америці. Ось одна з фанаток русского міра вирішила відсвяткувати взяття Бахмута, на що звернули адекватні перехожі, поставили цю жіночку на місце.
так это напрягает. Ну, напрягает не нас. Напрягает. Я думаю, что вам в этой стране нету места. Езжайте тогда в Россию, если вы поддержите. Ну, в Бахмут тогда езжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Ну, это такой месседж. Это такой месседж написать, это надо быть таким, ну, полностью. А что вы такие дети? Как? Сейчас увидите, что мы хотим. Поехали, мы вам покажем солдат. Вы фашисты. Вы фашисты русские. Да шо, вы фашисты, вы чё? А чё вы здесь сидите? А вы чё, не в окопе? Поехали. А вы что, Бахмут брали или что? А вы Бахмут брали? Бахмут? Снимите этот грязный... А вы Бахмут брали или что? Бахмут в России или что, я не понял? Уже да, как-то. Уже да. Бахмут это не в России, никогда не будет. Вы хотите, чтобы... Там города уже нету, какой Бахмут? Кількість русских трупов в Бахмуте, это не означает, что это Россия. А зачем его разрушать надо было? Вам мало земли или что? Сейчас сюда Путина позовете. А чемодан, вокзал, Россия. Если вы так любите Россию... Потому что детей, придурка, как вы, увозят люди, понимаете? Если ты так любишь Россию, чемодан, вокзал, Россия, окей? Чемодан, вокзал, фронт. На фронт. Дали оружие. Ну, ваших там уже 300 тысяч легло. Одного не зрозумію, чому ці патріоти не святкують у себе вдома. Як то кажуть, чемодан, вокзал, Росія. З вас лайк, а з мене наступний випуск.